Первый стартап, посвященный региональному туризму. В Азербайджане предпринимательская программа «Региональный инновационный туристический продукт» или «РИТМ» будет способствовать росту занятости в регионах, созданию новых субъектов предпринимательства, а также стимулированию инновационных стартапов за счет привлечения инвесторов и IT-специалистов в сферу туризма. Проект создан по инициативе Государственного агентства по туризму. Стартап поспособствует повышению качества услуг в туристическом секторе, а также диверсификации видов туризма. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса является одним из наших основных партнеров в разработке данного проекта. Мы высоко оцениваем работу КОБИ в регионах. С реализацией программы мы сможем привлечь в районы нашей страны больше туристов. В свою очередь, председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выразил готовность оказать полную поддержку проекту «РИТМ». Стартапы, отобранные в рамках программы «РИТМ», будут освобождены от налога на прибыль от инновационной деятельности в течение 3 лет. Наша цель, как агентство по развитию малого и среднего бизнеса, продвигать стартапы в туристическом секторе. Продвижение предпринимательства в сфере туризма находится на повестке дня агентства.